субботу на ТВ Рус. Она жила, как дышала. Удивительно естественно. Если бы ей сказали, что играть она будет лишь в эпизодах... Как вас зовут? Это к делу не относится, нет. Только роли замученных жизнью несчастных женщин. Она бы и тогда стала актрисой. Ну что ты надулся, как сыч? Я ненавижу вас. И судьба всегда ей предлагала роли женщин, на долю которых выпали все боли и беды 20 века. Все время ходит, все разнюхивает. Видно, ему наш хутор чем-то понравился. И он здесь уже обжился и съезжать не хочет. Ее персонажи словно притягивали к себе несчастье. Обыщите ее! Обыщите! Ну, ищи! Но если не найдешь, голубчик, ты мне ответишь. Кто знает, может быть, для того, чтобы была счастлива сыгравшая их актриса. Майя Булгакова. «Не родись красивой». В субботу на ТВ Русь.